Всем доброе-доброе утро. Друзья, сегодня 12 июня 2022 год. ЛНР, город Брянка, воскресенье. Яшка наелся и радой. Сегодня у нас таких два знаменательных праздника. Сегодня Троица, церковный праздник. И, конечно же, День России, друзья. Никто не голодный, все наелись. Василий не стал наверх запрыгивать. В общем, друзья, настроение праздничное, несмотря ни на что. Хочется жить, хочется радоваться, верить в будущее. И оно у нас будет все хорошо, друзья. Всем-всем мирного неба над головой. Бог с нами. Бог все видит и поможет. А нам главное жить дружно, помогать друг другу, выручать, поддерживать. И все у нас будет хорошо. Друзья, всем-всем мира и добра. Ну, не могу ни сказать, ни показать. Вчера во время стрима был какой-то хлопок. Димаш подпрыгнул. Это у нас здесь вчера взорвалась легковая машина. Ну, не пугайтесь. Конечно, для людей это потеря. Но это не прилет был. Вот здесь она сгорела. Это что-то там внутри загорелось и взорвалось. В общем, от машины осталась только груда металлолома, которую забрали. Вон бегут провожать. Пожарная приезжала, ну, огонь потушила. Вот, конечно, страшно, когда хлопок, думаешь, может, что-то это прилетело. Но, слава Богу, как говорится, Бог миловал. Поэтому, видите, в такое время, помимо чего-то такого, могут быть еще бытовые потери и неприятности. Рассказывает что-то. Я знаю, вы все за Василием скучаете, вам нравится, когда я его показываю. Ну да, Буся его обижает. Ну, это жизнь. Так что погодка замечательная. С утра уже 20 градусов тепла. Пока солнце не печет. Так, свежий воздух. Ну, только 8 час. Поэтому еще раз, друзья, всех с такими с праздничками. Я знаю, бабушка в этот день всегда в дом заносила любисток. Ставила, он такой запах специфический. Вот, так что с Божьей помощью все у нас будет, друзья, хорошо.